видите, вот впереди. Ну, а даты Великой Отечественной. С этой стороны, а с той стороны другие. Жаль, мы кулаками. Я думаю, она скажет вообще что я его не видела. Никогда. Различные выставки от Тенишева уже только осталось за городом Вафленово. Памятник Микешину, тоже наш земляк из Росовского района. Он держит макет памятника, который он придумал. Да, вот этот. Проехали. Да, ну сейчас давайте искать следующего. И многие другие. Да, мы прямо. И рядом у нас синагога даже есть, вот она слева тоже, для иудеев. Вот Минора стоит. Слева, да, знак вот этот, как это называется, шестиконечная звезда. От кого все беды на Руси? Наши предки создавали. Вот здесь смотрите, как красиво сохранились участки вот этой стены. Ну, наша уже. Не наш лед. Но сейчас у нас много глины, вот керамические производства, и на память уже покупают тарелочки. В Ялте то же самое. На церковь, где мы были, знаете, красиво. Город Смоленск. Собор.